Бежим, бежим, бежим. 2, 4, 5. Да, раз. Опа, разбежали в стороны. Занимаемся третий месяц с апреля. Очень нравится, все хорошо. Все прям супер. Я не очень часто присутствую на тренировках, потому что мама возит сына, но вот по выходным стараюсь приезжать. Вообще никаких нареканий нет. Очень нравится, что много занятий на технику, на культуру владения мячом. Ну и при этом все в игровой форме, и ребята в конце играют и получают, собственно, то, чего они больше всего желают, там, игру на счет. Хоть для них это сейчас не самое главное, но понятно, что пацаны стремятся играть на голы, выигрывать. И в общем, вопросов вообще никаких нету, все очень нравится. Нареканий по поводу качества нету. Майки, трусы, ну весь комплект, штаны, ветровка и кофта, все держится, ничего не растягивается, при стирке не портится. Единственное, гетры стерлись одни, но нам их оперативно заменили. Это, я так понимаю, расходный материал, поэтому здесь тоже очень приятно, что Артем Андреевич сразу же сказал, что если гетры рвутся, говорите сразу же за меня. И так и произошло. Минуту ведения мяча с финтами. Вот что нужно снимать. За спину разворачивайтесь, старайтесь поймать. Оп, оп, на ручку, как ребенка. Только над головой. Вот я расширил. Прием дальний ногой вот сюда. Пошла в диагонали, я опять подстраиваюсь под него. Набор в воротике. Воротики, набор. Прострел. Стоп! Вот пошла сюда. Оп. Пошла. Вот я принял дальний ногой. Набор идет. Посмотрел. Передача. Сюда. Обязательно при простреле я смотрю на игрока. Подстроился под него. Расширять. Рано расширять. Раз, вот два. Сейчас надо было расширять. Передать. Под него, под него. И спинка ширину набирай. Ширину, Юра, набирай. Да, проси вперед передачу. Все приемы. Да, здорово. Набор. Отлично. И прострел. Стреляй, стреляй, стреляй. Все, произвольно, куда хочешь. Роман Сергеевич, я очень рад, что занимаемся в вашей школе, тем более я ваш земляк, вы из Иркутска, я из Ангарска, и надеюсь, что в скором будущем лично познакомимся. Дважды я уже этот момент пропустил, когда была возможность, но не сложилось. Но я думаю, что рано или поздно познакомимся. А отдельное спасибо за то, что предоставили возможность сходить на матч «Спартака Синисея». Это было просто супер. Это был идеальный матч для того, чтобы впервые сводить сына на стадион.